RCF уничтожает, Vanity в коннектор ливает, попутно немножко подгорает, RCF видит. Ой-ой-ой, RCF что-то проспал, ну, откровенно говоря. А не тот у него. А вот и калаш, тут марки, бью, мгновенный размен ставит. Ну, все еще авик у Vanity есть, можно здесь отрабатывать, чекать пока что ковры. Джонжи, и на руках. Поэтому если зацепится, там Димау спиной стоит. Ну все, один-два. Фазин остается. Как же хитро играет Димау. Времени не так много, тут бы поторопиться. Все, все, раунд. Все забирают. Там Зепа с дефускитами. Отлично. Седьмой раунд для Хаоса. Казалось бы, что здесь уже все под контролем у ЕХ, но тем не менее Димау ковры занял, точнее апарты занял. Ну, просто шикарнейший у Хаос. И вот ЕХ могут, ну, допустить, да, оплошность, хотя пока что Димау Зепа выключает. Вот яму, мне кажется, читать не буду. Потому таймингу Джонжи бомба выпадает у РСФа. Но это практически уже плюс раунд. А можно сейвить уже все. Ой-ой-ой, Vanity. Еще у нас копчик ставит, бью. Свишер видит Джонжи. Джонжи видит его. Искра, буря. Ну, безумие пока что происходит из-за флешки. Но по итогу Свишер после таймера еще погибает. 3800 у него на руках остается. 8-2, Хаосы уже завладели первой половиной. Олега тут натопали. И там два игрока были вплотную, слышали, что там сразу один убегал, и второй как бы шевелился. 40 секунд в таймере остается. Джангл уже занимается, Джонжи погибает от Зина. Ждет под окном еще и Зепу. Точнее, Зепа Фазина. Но пока что неплохо. Лив как же своевременно с коннектора подключается. И под базу Б до конца вышли, а тут уже пусто. Красиво, вот видишь, то, о чем я говорю. То есть напрягли, сделали паузу, напрягли на миду. Все, на базе Б чисто пусто. Два игрока почему-то решили шорт в активе. Да я даже сам поверил, что это выход под А уже будет, поэтому и правда. Да все поверили, я поверил, режиссеры наши поверили, зрители в чате поверили. RCF казнит еще Лифа, но вот, наверное, рисковать не стоит. Димау, пропрыжка какая, как зайчик ушел. Просто RCF должен хелповать сейчас тиммейта. Но он подумал, что могут быть серьезные проблемы, просто банально на базе Б. Ну, потому что инфа есть, ну, конечно. Джонжи. Единственное, что надо посматривать иногда, наверное, ну, коннектор, да, кто-то еще приплывет. Но пошел выход потихонечку, Свишер проверяет под коврами, на сэндвиче никого, RCF организовывает еще один минус, проблемы у Vanity. Свишер погибает пока что от Зепа, и вот посмотри, какой тайминг Джонжи, ну, у него дигл. Дигл не всегда может хорошо сработать, даже будучи в спине. То есть там по головам затылок выцепить, вот помним мы, да, один момент на недавнем турнире, сложновато. Но вот RCF минус. Ой-ой-ой, Джонжи! Легкая полторушка, а тут авик сразу видит уже сэндвич, бью. Никуда уже не денется. В два авика ретейк смотрится... Ну, бью больше байтит здесь. Смотрится здесь оптимистично, конечно, для Хаоса, но откровенно нет. Бью забирает Vanity, и Джонжи может уходить на сейф для винтовки. Ножик сделал, как бы авик унес, заработал уйму средств на экзит-фраге поработать. Кто знает, может быть, либо просто лишат экономики, либо себе что-то подфармят, и тоже будет приятно. Вот, например, бью сейчас погибает от Лифа. Погибает, проверяй. Бью просто префайр мейстер. Чуть Зепу еще, ну, Зепу уже не пройти, как оказалось. Не, ну просто по 250, и кажется, что, ну, в этой ситуации сложно будет, да, дуэль проиграть. Тем не менее, с этой задачей Лив справился. Молик еще под Зепу. Кстати, девайс не уносит. Он Свишер! Хаешечка. Какая хаешка, правда. Трехочковую закидывает по двоим. От этого момента проверка через снайперскую винтовку. Ну, да! А что там, ноускоп, что ли, попытался? Ну, по идее, да. Джонжи. И второй ноускоп. RCF, он погибает уже от Vanity. Правда, Свишер с бью делает мгновенные размены и полностью занимает абаз. 40 секунд на таймере. Фазин контролит уже. Более-менее близко к половине мы с вами, друзья, увидим. Это дает шанс на то, что интригующая концовка все же на карте Мираж, несмотря на то, как все начиналось, у нас будет. Так, Джонжи Фазин сквозь бурю и грезы, я не знаю, что прорывался просто и слепой, и в смоки, короче, не получилось. Друзья, конечно, что Хаосу после этого турнира оставят этих парней без поддержки организации, придется искать новый дом, но это все, друзья, о будущем, пока у нас настоящий пистолет второй половины, и как будто в зеркало мы смотримся, такая же просто была пистолетка в первой половине. Вы под шарта минус 2, тут даже лучше случилось. И бомбу дают, что ли, поставить? А, вот это ошибка на самом деле. Сейчас будет неплохой форс для Хаосов. И вот вроде бы для ЕХ отлично все прошло. В плане пистолетки, перестрелок и так далее. Но дали поставить бомбу. Это отличное подспорье для Хаоса, чтобы отвернуться буквально сразу. Ну да, тут, конечно... А, ну слышит, должен услышать Свишер. И сразу же хелпа через кухню стягивает. Вся четверка просто, шквальный огонь. Бомбу, кстати, выбивает, что выигрывает немного тайминга для дефенса. На ноге Джонжи влетает, как же больно сейчас Хаосом. Здесь погибает просто в нулину. Зепа 1v5 остается и погибает просто шикарно. Молниеносно ЕХ здесь встречают базу Б, хотя казалось по старту там, ну, тайминги не лучше. В моменте Хаос потерпели, теперь приходится и без бомбы в предыдущем раунде отыгрывать банально с пистолетами. Что сулит Е-гейминг?
девятый в копилку. И вот то, о чем я говорил. То есть, в принципе, я там прогнозировал где-то 10-10, но по другому сценарию, но все же может быть у нас. Да, здесь их и правда возвращаются. И в принципе, они экономику, что самое главное, вот на фарме за эти два раунда. Ну, должны, наверное, вряд ли Зепа там уйму фрагов сейчас делает. Фазинг. Очень тяжко. Вот зритель в чате пишет очень правильную мысль. Ну, наверное, попозже ее озвучу после этого раунда. У нас тут выход пошел. Да, молик такой был классный от Джонжи. Фишер. Вот это его молик лежит, если что. В стенку врезался. Как могу, так кидаю, говорит. На КС, что вы хотите от меня? Зепа. Ой, ну тут красиво лиф прокрался. Но я уже остаются, правда, Фазин отвечает. 2+2. Ой-ой-ой, Димау голову в Энити сносит. Просто прописывает здесь бомб маслину. Заметили, теперь вдвоем смотрят. Ну вот лиф успеет а по таймингу. А тут спину, а тут спину. Как же коварно это может быть. Фазин, ну, его смотрят, а Фазин, да, чекает. Фазин чекает. Фазин, да, надо еще выиграть. И выигрывает его мгновенная голова. 9-10 еки уже выходит. Да, ну почему бы и нет. То есть шанс, он каждому в жизни представляется. Вопрос, как этим шансом ты воспользуешься. Поэтому играть нужно на все 100% в каждом матче. Ну и пока ребята, конечно, потеют. Здесь такой половинчатый раунд. Калаш у Венити, проблемы у Венити. Зеп свой фраг оформляет, но против троих игроков, конечно... Подожди, плюс Калаш взял. Может быть, что-то еще здесь привнесет в плане интриги. Но, судя по всему... Ну, кстати, голову успел. Бью повесить. Интригующий хедшот был. Ну, действительно, да. Тут уже перекрестный огонь. 11 раунд. Так, ну пока Бью замечает ковры. Тут выход, кстати, 4 коннектора, 1 ковры. И вот интересный момент на яме у нас, обратите внимание, Бью. Ну нет. Двоих разобрали по итогу. Венити, правда, остается на 3 хп. Фазин успевает, точнее, среагировать по Джонжи. Но на ретейк надо идти. Мне кажется, в этой ситуации еще выбить можно. Обилие гранат имеется. Там 2 молика, 3 смока. Сейв. Стоит лиф, да, смотрит. Тут незачем КТ выходить, пока лиф не скажет, что парни, коннектор вышел. Тут все очень аккуратно в этой разыгровке. У ребят из Хаос подставляется, конечно, Венити под Ирсефа, но... Это уже капля в море. В безопасном направлении на сейф уходит. Зажимают как хотят. Классная, да, конечно, позиция здесь на лифтах у Бью, но... Ну, там Олик прилетает, а у него нет смока. Придется открываться, Бью. Ну, успевает хотя бы фраг сделать. Это благо ему здесь свезло, да, под Венити отыграть. Но, тем не менее, прочитали полностью Хаосы. Эту позиционку Димау отыгрывает соло-опор. Забайтить? Ну, нет-нет-нет, как же! Димау вроде бы мансовал. Но не повезло, тут мисшот, а тут уже можно закрывать на самом деле. Ну все, 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 Димау погибает в этой ситуации. Никак его здесь вот не выжит. Это, конечно, да, сверхплан, как забрать снайпера. Один байтит, второй байтит, третий обходит. Байт на байт. Опять проблемы у E-Gaming вот по концовке, да, раунда. Джон, какая голова, там просто пиксельная в это начало, четко в него ПРС попадает. 12-11, денег нету дефенса. Вот, в общем, нельзя Фазину лезть, он откидывает смачок под это. Дело Бью делает точный выстрел со снайперской винтовки. А там свой смачок, стоит. Фазин. А там спиной Джон же открывался, тем не менее Фазин его забирает. 2-3. Два авика, один из них уже срабатывает, Венити последний. Остается Венити в размен. Будет, да. Димау, ну слушай, на тоненького для ЕХ на самом деле. Здесь, ну вот повезло, что Димау, да, или, не, Фазин у нас 2 килла оформил. Фазин, я не знаю. Беда не приходит одна, приходит в пятером Хаос и по базу Б, лиф уже за плантом Свишера отыгрывает. Тут Джонжи пока что находит Т-энтри, Свишер разменивается на машину, пока что ливает. Фазин и лиф делают также по праве, на машине лиф, 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 как же так не справился с стрельбой, пока что Димау делает размен по лифу, 2-3 остаются, есть тюрьма. Хаос, либо Димау, тайминг. Замечаю. Ну все, плюс инфа есть, и этот раунд практически уже сыгран будет. Разве что Свишеру здесь абсолютно по сути не повезет, но того второго одним спреем попадет на лопатки. Трипл в этом раунде, 13-13, возвращаю. У нас остается. Ну я вижу, у меня тоже есть радар, да, но как бы Бью забирают, и вы банально из ковров вдвоем из узкой позиции выходить. Ну, сложновато будет, посмотрим. А, тут, видишь, еще и джангл забрали, то есть хилпа с точки А по факту отрезается. Там лиф уже заплатит. Ой, а, какая голова! Вот тебе Бью. Да. Там еще и Бью, говорили они. Димау. Ну вот, Фазит. Минус хелпа одного. Тут хаос какой-то происходит. В принципе, бессмысленно, да, это можно преподнести. Димау, там патроны у Марки закончились. Ну, повезло, игре. Повезло, откровенно. Я вот подкрыл соперника заставить того, ну, остаться с такой половинчатым баем на последний и выйти на допы. Венити с МакТе нам спину задушил. Тут под коврами авик вообще играет. Не самая стандартная позиционка. По деревяке под прострел залетает. Зепа просто с хвальным огнем выключает РСФа. По деньгам все плохо. Надо на сейв идти. Гехам надо идти на сейв. Я не вижу здесь вообще перспектив. Как бы хаосы, несмотря на то, что попали в ситуацию, да, дали 15 сопернику, но они точно знают, что сделают. Вот, пожалуйста, 14-й. Ну, сейчас посмотрим, чем. А денег нет. Ну что, допа может подвозить? Сам РСФ. Ну, это две снайперские винтовки будут встречать на точке А.
Так, Свишер. Ну, кстати, неплохо, тут 4 игрока уже имеется. РСЕ ставит Энтри. Лиф в размене. Под коврами ждут явно хотя бы одного игрока. Свишер. Ой-ой-ой, обидный промах. Фейв Севен срабатывает. Еле-еле. Зепа размен. А, это Лиф даже успел, да? Да, вообще не полетело, откровенно. Вот 2 ВП в никуда. Просто как, я не знаю, пришли с этими вариками. Да, и просто кинули их, я не знаю, в мутную воду. Забирайте. Так, ну и Думао не понимает позиции второго и третьего игрока. Одного отыграл, есть у него смачок. Девайсы перед ним. Надо торопиться, действительно. Но никто высовываться здесь не собирается. Все хотят на допы. Хаосы засели. Партизанские войны против Думао. И еще Авик по пути. Забирает, подожди. Подожди, Димао. Венити. Ноускоп, Венити. Как же больно сейчас Димао. Ну, найс трай, на самом деле, для бразильца. Третий раз пытается выйти в подобном стиле. Вот посмотрим, насколько это получится. RCF. Блайнд, блайнд, блайнд. Все в флешках, все горит. RCF. Возвращение в никуда. Венити забирает уже его. Димао есть размен. Джонки также забирает. Бьюзди. Димао на Эдварде отыгрывает. Забирает уже двоих. Как же круто отыгрывает снайперской винтовки. Но хаешка ему прилетает прямо под ноги. Свишер сбирает. Зепа. Какой-то раунд просто дичайший. За 20 секунд разыгран. Хаосы лидируют. Забирайся. Тот раунд Е-гейминг. Ну, это все опять же было такое. На контроль карты. Фазин, тайминг. А там RCF хелпует. Все хорошо. Фазин. Говорит, братик, я на месте. Можешь смотреть вообще куда хочешь, я тебя подстрахую. Так, Венити. Надо шорт, наверное, закидать смоком. Чтобы там на всякий случай никто тебя не прибил. Бью. Интересная позиционка. Отрабатывает по Венити. Марки в размене, но уже 2 в 4 у нас ситуация по живой силе. 2 плюс 2 по плантам расплетились. Ехи. Марки на яму. Молик. А там в ниндзя Фазин. И РСФ отыгрывает на Сити. Ну, тут чель остается. Правда, Молик его прогоняют. Дельпана. Марки. Мне кажется, здесь Фазин уже ключевую роль должен отыгрывать. Первый минус есть, второго также затапал. 16-16, спрей отличный. В общем-то, возвращается Ехи в игру, не отпуская хотя бы на потенциал. У Хаус, да, сбрасывают как могут. Здесь снайпера простреливают. RCF терпит в этот момент. Думаю, делает фраг по Джонджи. RCF там едва-едва там просто дышит на ладан. Венити Свишера перестреливает. 2 на Сити, RCF. А тут Марки может очень хорошо сыграть. Там Лиф еще Димао по итогу пригвоздил. Побаивается, что с КТ его, скорее всего, смотрит. Пахивает 17-м для Хаус, конечно. В этой ситуации вроде бы все для них довольно успешно складывается. RCF красный, хаешку закидывает. Ну, кстати, можно проспрейть, наверное, Хаосом. Должны понимать, что там не без дамага вообще все эти прострелы закончились. Венити, отличная голова. Бью, тень видна. Бью, видите, дроп. Венити шикарно отыграл. Трипл килл. 17 раунд для Хаос. Так, ну Ехи, давай в визоре. Потому что, ну вот, могут забыть, а потом будет поздно. Все, бью, отправили, да. Тут уже тайминг. Так или иначе, выход на точку А готовился, но, правда, придется вдвоем это делать. Ну, близко к тому, что 18-й, друзья, на табло мы увидим у коллектива Хаос. Да, по одному погибают просто парни из E-Gaming. То есть один, 10 секунд, второй погибает, остался только бью. Весело, задорно бежит на базу Б. Снайпера, конечно, забирает, снайперская винтовка. Ну, не знаю, тут бог в помощь. Уже бэксайд занят, да, его пикают, он этого не ждал. Друзья, 18-16, маппоинт для коллектива Хаос. В общем, раунд в целом. Время здесь в топах максимально прозаично получается. Да, не хватает пока опыта, видишь, бразильцам доигрывать такие моменты. Не знают они, какой лучше раунд в допах показать сопернику, так, чтобы он к нему точно не был готов. Играют свой дефолт, отталкиваясь, опять же, от стартовых дуэлей, то есть от микро вот этих вот фишечек, типа там Думао пикник где-то пропрыгивающий на базе Б, мидл где-то шорт зацепит, но все это не работает, Хаосы очень аккуратно действуют. Свишер, ну, 1-4. Друзья, мы сами понимаем, что это, скорее всего, уже окончание карты Мираж, да, он один пропик сделал успешно, но еще целых 3 найти, вот, насколько ли много ошибок сумеют допустить, у нас Джонжи реагирует уже по звуку. 19-16, Хаосы все-таки овладевают пиком соперника, карта Мираж. Там, кстати, в куртках Хаосы сидят. Ну, один только игрок, видимо. Холодно. Ну, или проветривает. Мау, кстати, обратить внимание, один на базе Б, но есть спина. И вот это очень интересный момент. Аска на не сыграла. Да, и Мау здесь будет весьма-весьма сложно. Джонжи две головы с 550-го вешает, бью. Отвечает, и я. Пока что, ну, сложно, пистолетка проходит, правда, RCF еще голову Джонжи находит, 3 в 3, плент уже точно будет установлен, бью остается на 7 хитпоинтах. Классные позиции забрали на оборону этой бомбы, 2 на монстре, вот Марки здесь будет дергать до конца, байтить на себя, тем более клоз дистанции, немного побаивается девятки, искать стимейт, выпад на него, Марки. Один остается Зепа, там 2 каленых, 15-7 хп. А у него P250, и то, это, что доктор прописал. Да, вот плюс армор сейчас, просто буквально пошел. Там киты есть. Можно как-то забайтить, а будет ли даблпик, бью, ну, все, отваливается, это
Фейкует, нет, до конца садится, дефузит, полсекунды остается, не залетает у Зепы. Это законно вообще. Крутились. Ну и сейчас, ну, на равных более-менее. Ну, бомба была, да, тут опять же, видишь, Галилы. 4 монстра. Фадзин уже погибает, оставляет 12 по лифу, бью. Тоже под размен здесь. Ну, сложно, сложно. И отыграть. Тут Димау находит марки. Отличный прострел. Будем, прилетает на воде, отыгрывает до конца. Но он здесь один. И Димау, ну, бессилен, мгновенно в этой ситуации. Зеп проконтролит Свишера. Ну, еще и Арсефа. Также увольняет. Мгновенно забирают. Мгновенно забирают. Или бью. Фазин. По марке. А там плюс калашик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Слепой лиф оказался. И Фазин этим успешно пользуется. 2 минуса. 3 минуса дает. Ой-ой-ой. Фазин как же раскручивается. 3-2-2. Просто счет. Только сейчас. Зепа. Минус Арсеф. 2 в 3 остаются. На 9 еще имеется толпа. Успевает 3. Ай-яй. Что Зепа творит Зепа? Как все классно было у ребят из E-Gaming. Как просто Зепа развалил. Ну, направлено на базу Б. Хаоса. Может быть, что-то знает. Немало у нас я отыгрываю Тавропасов. И вот, возможно, именно слабая точка. База Б. Дропается с девятки Свишер. Ну, но здесь ему ничего абсолютно. Ну, причем, видишь, тут постоянно 3 игрока. И как бы это вообще не выручает бразильцев в этом моменте. Коннектор ищут. Очень хочется найти этот авик. Сами еще его ни разу не закупали. Но трофейные могут подобрать. Это будет, кстати, прикольно. Так, Арсеф одного уничтожает. Не критичная потеря калаша. Да, все-таки по голове от марки прилетает Арсефу. И вот хватит ли времени подобрать? А, он не стена тоже. Там еще через деревяху неплохо так залепили по Димау. В шорте он находился. Там едва ли уносит ноги на 6 хп. Но вот Джон же находит прострел через смок. Фадзин. И вот под базой бы опять укрепление есть. А толку с этого пока что, мягко говоря, мало. Лиф. Легчайший пробив. Димау. Есть ответ от Лифа. Свишер. Купает Арсеф, но P250 не тот пистолет, который позволяет здесь, наверное, делать хайлайт. Венить, правда, может подставиться под бью. А вот последний игрок у нас, окей, через шорт будет заходить. Закидывают вообще флешка. Ой-ой-ой! Смачок, хаешка, все прилетает на подъем. Подъем к бью, ему море по колено, 2% здоровья, только хедшот его выручит. Так, ну и ждет. Ну, на самом деле у Марки здесь преимущество колоссальное, но опять-таки, да, фактор головы здесь из регла не сыграл. 5-1. Это плент, подсадка имеется, Джон же на бусте. И читает Свишер этот момент, но может не доглядеть, откровенно говоря. Фазит, минус слив, там под монстром казнь происходит, Свишер также по запям. Наконец-таки E-Gaming проявили активность на монстре, и вот за счет этой зацепки сейчас могут выиграть раунд. Фу, блю, а как ты не убил? Там просто родной. Непонятно, что происходит. Джон же едва ли жив остается, но не столь долго ему здесь приходится. Как раз Венити. Что шансы дают? 42 хп здесь не так уж и мало. Эх, была бы еще флешечка у Венити. Как же жестко по Фадзину залепил. Второй раунд для Е, конечно, имеется, но опять-таки... Найс трай. Венити. С такими... Попади на Венити, который отвечал за мидл в соло. Фадзин. Дождался. Джон же, ну там спинка еще чекал бочки. На этом моменте его и подловили. Фадзин шикарный даблкил оформляет. Ну и хаосы как-то темп подсбавили. И это пока что не на руку им играет. Зепа. Ну, тут все под контролем у Е. Проходит. Все под контролем. Или нет. Или к Зепа опять же сейчас включит режим ледокола. Черепокола. Так, тиммейт набрасывает флешку, Зепа девятку не видит, тут более удобно было работать. Накинул, ну и вновь под базу Б. Открывается Джон же на степе, Фадзин уже на воде отыгрывает, Димау, ну, кстати, со снайперской винтовкой здесь не самый приятный момент отыграть. Димау, правда, отрабатывает, пытается еще через маки находить, Димау в паре с бью. Здесь пока что вроде бы в плюс ситуацию выводят, бью на воде, погибает от марки, но преждевременно успевает дать фраг, девятки хелпа имеется, ну и два авика уже доигрывают. Этот сегмент 5-4. Видимо, считают, что и так сойдет. Ну, так, кстати, было прикольно, подсадочка над смачком, но от взгляда Свишера это не укрылось. Свишер, конечно, пытаются его выжигать и до конца. Два красных оставляют. Додушили, да. Но все равно проблема в атаке. 11 хп на 2. Интересно. Так, ну на дефуз уже надо садиться. РСФ с авиком. Ну, не-не-не, такое не берет. Зепа! Хорош! Еще один. Собственно же, хаос выходить в таком раскладе.
Молик залетает, Фазин здесь не горит. Но, кстати, может подловить чисто потенциально Марки. Но Марки был готов к подобному выпаду. RCF прожимает длину, его там ждет Зепа. Вау. Не летит судьба с первой, ну и надо уходить. Наверное, здесь убью также мимо кассы. Все, летит Свишер. Один фраг есть, релоат, а тут спинка от RCF забирает одного. Какой-то просто сумбур происходит, 2 в 2 остаются по итогу по живым игрокам. Зепа! Ну это батя Зепа просто. Ну MVP вот пока работает на MVP карты, конечно, на верпасе просто его не остановить. 13. Предпосылки к тому, что я все-таки вернуться на эту карту. И мы еще более-менее равную борьбу да посмотрим. Так, RCF. Ой, даблкил! Наконец-таки! Залепили так залепили. Зачем лицом проверять выходом из короткой трубы на болото, если есть Фазин, заранее подожди. Заготовленная прокидка? А тут Фазин решает вопросы, RCF также подключается. И как бы 5 в 3 начинали, а уже клатч придется Марки тащить и не вытаскивает его. Ну, хаешки сотни. У нас Vanity, RCF прострелом находит его через деревянку. Флешка отлично прилетает, лиф. Первый дамаг прилетел, но вот Зепа. Зепа. Закопали RCF. Все хорошо. Песочницу. Зепа. Да, Свишер. У Зепа вообще проблем никаких нет. Вот Свишер крутится на две позиции, вот отворачивается он от коннектора. Успевает очень своевременно повернуться, там, каким-то божьим чудом. Слушай, ну Зепа чистильщик просто. Вот реально всю такую самую грязную работу делать. Непонятно, как его тиммейты отдаются там пачками просто. По цене одного забирают бразильцы всегда двух, но Зепа мстит. 2 в 3 шансы неплохие. Последний такой момент, когда они 2 в 3 оставались и не выигрывали на базе А, но тут к Зепу уже один из троих. Бань пошла, сразу в голову не залетела, и Думао оформляет даблкил в концовке отвора. Ладно. Так, ну и 6-7. Вроде жизнь налаживается для e-gaming, причем в том плане, что тут еще и с пистолетами приходится отыгрывать парням из хаос. Момент для нафарма. RCF минус 2, Думао оформляет опять же даблкил. Джорджи. Одна голова есть. Одна голова хорошо, а две еще лучше, но не успевает вторую повесить. 7-7. E-Gaming, ну, вот этот раунд совсем прохладный. Максимально односторонняя у них атака выглядела по ходу всей первой половины. То есть один раунд на базу мы увидели. Чекает и пью. А зачем? Стадия раунда не та. Зачем смотреть на Токсик? Марки один, сменил свой девайс на авик. От Фазина. Ну, пока он, да, видишь, сейчас поймет, что происходит. Ну, вот в момент дают ему поставить бомбу, он им уже не пользуется. Девятка его байтит, а все, спина все, все. Действительно идет. Собаки лают, караван идет. Но тем временем, кстати, сам RCF справляется. 8-й раунд для E-Gaming. Ну, нормально, наверное. 8 раундов на... Шина здесь E-Gaming, они подозревали Рычок хотя бы такой. Кого-то здесь увидеть в туалете, хотя бы кто-то информацию собирал, но... Все стоят на точке в глубокую. Кстати, 2000-ю Vanity не сработал. Не сработал элит. Подарок судьбы. Слепой приходит сам. Ну и его не перестреливают американцы из хаос. Теперь только доигровка уже двух опорников с баз Б. Пытаются они здесь навернуть хаоса. Так сказать, ложку дегтя в бочку меда. Или тут, скорее всего, наоборот. Даже ложку меда в бочку дегтя. Ну, в принципе, до конца оставалось на базе Б. Но время идет. Пытаются здесь Люхи. Опять же... Да-да-да-да-да. Люкен. Как? Люкен? Ну, в Mortal Kombat. Ну да-да-да. Люкен. Так, Джон, кстати, делает энтри. Не добрался он до трофейного калаша. RCF его на этом моменте подловил. Выход под аплан. Ну вот видишь, я гейминг вот буквально со старта сразу под А решаю выходить. Как бы не обузить базу Б пока что. Ну а там уже как пойдет. 7-10 против форсбая выставить. Зови. Джон же. В тиски надо зажать. Ну, прохладные истории со всеми этими одинокими пиками. Тут на опыте раскачка, распик, расстрел. Так, ну и Vanity. Электровоин. Электрик. Vanity. Ну и просто трек. Режиссер, подключите, пожалуйста. А-а-а! Нет, не получилось у нас. Крика того самого. Кстати, любишь его строго по своим позициям под базой Б. И вот как бы здесь E-Gaming не перехалдил. Что-то да. Не-не-не, этот раунд, не знаю. Кстати, RCF 2 минуса. Но все равно не вышли. Все равно не вышли. Бомбу лифт убивает. Знают, где последний. Он уже дамажный. Очередь за смертью, как казалось, выстраиваются. Но нет. Со второй попытки, конечно, помочь. Но вот на такой стадии, друзья, обратите внимание, 50 секунд до окончания раунда, у них две флешки осталось. У защиты, я имею в виду. И с этим арсеналом, ну, точно просто не будет. Смачок на монстре там никак не продлишь. Пытаются, кстати, этот монстр пушить, но двоих потеряли. Кзеп потеряли, Марки потеряли. Так, Фазин. Минус на туалетах. А да. Тут вообще без шансов пока что раунд происходит. Ну, тут единственное, вот тайминг спасает. Если сейчас отстреляются оба, и снайперская винтовка Венти даст два минуса. Максимум один вот на планте. Ну, развести на выстрел, может, как? Раз. Венти. Нет.
Все, лиф последний, красный, там, 38. Вот давал бы Венити сейчас минус 2, ну, точнее, был бы этот выход односторонним, все бы шли бы с дуги, он бы, скорее всего, минус... Ну, да, тут, конечно, такая себе история ждать девятки кого-то. Лучше просто заходить против пистолета. Это, в принципе, очень логичное решение, но уже понимаешь, что у тебя так просто не будет. Есть эмочка, молик, Зепа заступает. Решение вроде бы и правильное, но делать ему банально ничего не дали. Лиф отбивается как зверь, загнанный в угол, но только на один фраг его хватает. Последний приходит с точки А и ту же самую... ...на монстре. В общем-то, здесь у дефенса все разобрано по полочкам. Зепа находит бью. Зепа, повторное открытие. Продамажил Фазина, этого уже более чем достаточно. Джонжи. Привет, дорогой, ты гранат нам решил накинуть. Ой-ой-ой, ну Джонжи да. Просто солит этот раунд, наверное говоря. Да, он сейчас погибает от Димао, но 3 минуса до этого, конечно, очень много вносит импакта. Так, Димао, АВП подальше. Мунляе, Димао. Так, 8 секунд, что бомбу еще подставит. Ай, хитер. Мау, ну, отменяет. Плата, так что там чатик там подскажет? Так а что? Забирайте. Она мне все равно не пригодится уже. Шутка-самосмейка, друзья. Ночная. Ночная шутка-самосмейка, цена вдвойне. Суицид, выход под монстр. Начинается, Марки делает даблкил, Димао там едва ли. Думау, Димао. Ну, друзья, в общем, ладно. Будем смотреть. Ну, сложно. Смотрим на Зепу. Самый жесткий идет, кстати, вот с Б-базы, а бомба-то под него. А все смотрят на дугу. РСФ. Привет, передает он РСФу. Тот в прошлом раунде ему руку оторвало, здесь голову. Ай-яй-яй, что за прыжки? Вот Зепа живой, один, это самое главное. 1-1. Есть дефускиты. Времени достаточно, чтобы здесь потанцевать. Свишер. 1-1. И какая голова! 1-3. Свишер вытаскивает. 14-й там по деньгам. Беда. Вот, вот тебе наказание. Так, Фазин. Вот, кстати, гейминг, посмотри, ну они разнопланово действуют, там, вот да, под Б вышли. Венти, Венти, ну хорошая позиция у него была на туалетах, но что-то решил оттянуться он. Тиммейты, вот просто момент был, одна нога здесь, другая там, его забрали. Тут вроде как разменный фраг Джонжи дает, но это все равно 2 в 3. Бьем, Джонжи его может дождаться, но по итогу погибает, как же, на ноге просто бью летел, тем не менее, справиться с спрей-контролем сумел. Марки 1 в 3, ну вот, как бы Свишер потащил, надо и Марки что-то подобное вытаскивать. Ну, либо мапоинты целых 6 для E-Gaming. E-Gaming перехалдят. Другой опции я здесь не вижу, потому что Венити, у него и так игра не идет, а тут еще и на скауте. Там длина незамечена остается, Венити погибает. Ну, штраф дэмэдж был, но этого мало. Тут надо было по одному голову, по второму голову. И вот спину. Только будут своевременно проверять. Джонжи на каре делает фраг лифт, но погибает его тиммейт. Вдвоем Зепа остается. Да, Зепа жесткий, но хватит ли этой прыти, чтобы расправиться с 4 игроками. Лифт получает на себя еще и смачок. Прикрыли шторкой, действительно. Ну чё, вот сейчас надо договориться, что делать Зепи и Лифу. Не договорились. Так, идем погибать вдвоем. Давай синхронно. Лиф такой, да не, ну давай. Ну все-таки 16 раунд, друзья, для E-Gaming. Справляются, справляются с пиком оппонента. Сыграли круто вторую сторону. И вот, в общем-то, у нас аналогичная ситуация с Миражом была. Поначалу заливают, потом возвращаются. На Мираже немножечко им не хватило. Там буквально один раунд из двух забираю, и все у вас хорошо. Вот на пани слазь пистолеточка. Да, Зепа здесь уничтожает двоих, лифт также включается, абсолютно без концентрации такую ловят игроки. E-Gaming, ну вот пистолетка вообще за 18 секунд у нас произошла. Ну, а вот и сложно, начало они всегда заливают. Сложно опираться на статистику, но где-то в уме мы держим, что все же вертига у хаосов есть, есть. Должно быть, оно просто так вот третьей карты здесь не могло оказаться, если бы его не было. Так, ну пока пистолеты, по идее, легкая задача должна быть для защиты доигровка этого раунда. До бомбы так не допускают, наверное, самый важный момент. То есть разменять МПшки на минус всегда приятно, а вот бомбы ждать это вдвойне приятно. Да. Положили штабелями на подъемчике. Тут вы их потеряли. Что-то Джонжи. Мам, не горюй. Тут главное сейчас справиться в коммуникации, перестрелять, чтобы осталось, кстати, защита по гранатам. Но смачок еще есть, поэтому все в порядке. Лиф какие головы сочные выдает, запирает еще бью попутно. Квадрокил, кстати, оправляет уже. Отмечается у нас 2 квадрокилами за 3 раунда игроки Хаос. Бомба дефузится. Но E-Gaming вот за счет учились. В то же время, ну, Хаосов они по экономике знатно напрягают. Средства только у Марки, да, более-менее имеются. Бью, кстати, выходит на энтри под лестницей. Джонжи вот тоже Джонжи настреливал, да, по соперникам уже погибшим, а тут как бы в очевидной ситуации не справился. Молниеносная атака под базу Б, Лиф перестреливает. Марки там еще и своего тиммейта добивает. Хаешка трехочковая от Бью залетает. В общем-то, первый раунд E-Gaming себе в актив забирает. Видишь, все получилось. Так, Джонжи.
А флешка ли будет от тиммейта? Там, в принципе, с ТЗшкой можно неплохо расконтролить. Марки минус один у него статистика. Квадзин двоих уже разваливает. Слушай, обсервер вообще не верит в бразильцев. Просто берет каждого следующего игрока хаос, и каждый следующий игрок хаос просто отваливается ужасным образом. Топит за хаос. Свишер, а вот и фрагер полетели еще из глаз. Только атаки. Ну, два авика какой-то. Возможно. Только насколько это вообще требуется. Да нормально, нормально. Последнее время как бы все чаще и чаще это видим. Европейские команды. Ну, соло-авик можно под Б, да, оставить. Это неплохо. Но, в принципе, вы тогда менее гибкие становитесь. Да ладно, так, Свишер. Погибает здесь слив от РСФ. А Свишер пробрался в спаун. Включая запах прострела. Марки прощает его на 19 хп. Ну, здесь... Ну, Егейминг очень бодрый темп, если честно, задают сейчас. Слушай, Свишер вообще как, я не знаю, пилот межгалактического корабля какого-то, вот когда его показывают там. Возможно, сейчас Финифис там продемонстрирует Зеппа. Короче, Молли хорошая ловит флешка, и там вот... Рука выгоняет, будет... а там флешка, контрфлеш залетает, Димау. У нас остается полностью флешеным. И обезвредил его Зеппа, Свишер с Мактена, РСФ также от Моллика погибает. Но, тем не менее, бомба установлена, Лив два фрага по итогу в сумме оформляет. 2-3, бью Фазин. Плохая парочка здесь осталась, тем более бью в спину заходит. Ой-ой-ой, какие же здесь танцы, мансы. Минус марки, а он один в три остается, а его не чекают. А все, проверили. Проверили, ну, он перехалдил, откровенно говоря. Ну, сыграл плохо, бью. Не, ну на самом деле, вот смотри, они как, он говорит, я в спине, вижу. Окном отыгрывает Венити, чекает спаун, бомба убивает марки, Джорджи, а там что, подписает, пропустил, да, марки. Двоих причем. Выключает также двоих, Венити отрабатывает. Но РСФ последний из выживших игроков атаки. Ну, будет сложно что-то подобное разрулить. При фотошопе. Здесь буткемп, по-моему, да, игра для гейминг. Ну, судя по креслу, по установке компьютеров. Квадрокилл. Получилось у гейминг. Как раз, по-моему, тоже момент 3-4 был. Супер комфортные позиции, полбомбы уже прошло. Начинается на диффузиться, но смока опять же. А, есть смок. Ой-ой-ой, что там залепили? Просто прострелами марки 1-2 остается. Знаешь, у позиции за цементом выключает. Бью очень жесткий фазкоп был. Но четвертый раунд я копилку все-таки забил. В первом этаже. Ну и все, баз Б под контролем, в принципе. Ну это, кстати, фейк. Это, кстати, звено вместе с бомбой. Тут наводит шороха. А не, возвращается бомба, да, нормально. Ну, кстати, два минуса пока что Венити выдает. Какой у него нож дорогой, смотри, сколько синего. Венити. 1 800 000 гривен. Именно в гривнах он и рассчитывал стоимость этого ножа. Да. Прям... Как капканы, там марки, бедолага, еле-еле по 90 жил, там зажигали его. Помощи быстро не пришло. 1.79, друзья, на хаос, бет на Е1.96. Ну вот, это уже достойные полуфиналы кэфчики. Да, очень на равных, и что самое главное, хаос и шестой раунд готовы уже атаке отдать. То бишь, своя экономика сейчас. Ну как, они не готовы, будет. Но они не готовы, добровольно, но принудительно, да, их заставят это сделать. Его контролить. Так что никакой девайс, наверное, внести. Что за приставка появилась у Джона? GLC? Да. Ой. Тут прострел на простреле, прострелом погоняет в этом раунде. Но все это все равно приводит к логичному завершению для команды. На, я не знаю, раунд вперед просто. Фазин минус Джон же GLC. Марки флешонный. Свишер таких съедает на запах. Тракопед нужен. Лифт. Также контрагрессия от него не сработала. 2 в 4 уже остается. Приходит рейд-босс. Но он да также повержен. Что-то у хаосов по одному пике, один, второй, третий, вот без размена, все это, без какого-то ни было трейда, Венити, вот что делать ему? Сейвить? Стрел от Лифа. Идеальное чтение позиционки, а Венити уже ноутскопом, а, вот просто блайнди, да, выключает, есть размены, 3-3, Зеппа, голова одна полетела. 2-3, просто молниеносно быстрый раунд получается, РСФ 21 хп также погибает от Зеппы. Раунд начался, нам там повторы крутили, а тут уже вовсю война происходила. Раунд начался, раунд закончился. И последний. 6-7, хаосы. Жестко. Давайте жестко. Повтор этого раунда, пока мы будем... Пока будет идти следующий, посмотрим повтор этого. Это будет близко, игра будет близко. Знатоки американского Counter-Strike. Так, а тут и, ну, подтверждается это все. РСФ находит пока что энтри Олифа. Мгновенно разбит от снайпера. Голова в один, отличную, залепил Зеппа. Зеппа, давай, звездный час, одна голова есть. Ну, там... держит пока на дистанции этот выход от бразильцев. Там марки уже. Может сместиться Егейминг уже под базу Б, правда информации никакой не достоверной не имею. Джон же до 6 хп его уже продамажили.
Правым должен достаться восьмой. Ну вот останется. Отпустили, отпустили Егейминг. Правду здесь окончание первой половины. Джонжи погибает от Думау. 10 секунд. А бомба, бомба, дружище. Ну это он, видишь, только спину нашел. А подожди, подожди. Время есть даже на плент поставить. И фейкует! Как же был близок Думау! Ну красиво отыграл, очень жестко. Для Хаос. Будем смотреть. На самом деле у Егейминг хочет жесткая стрельба. За счет нее там уже на кольтах и так далее можно раскручивать Зепа, Джонжи. Ну, кстати, пистолетка один в один вообще происходит. Первая вообще no chance. Вот просто нет, нет шансов абсолютно никаких. Два братья, точнее, два брата-близнеца одинаковые с лица. Как-то так. Я согласен с тобой полностью. Ну, Блю сейчас думал, что разрядит свою обойму удачи. Ну, уже, судя по всему, будем ждать первого девайса. Потому что тут пока что такие прохладные истории. Фазин забирает марки, кстати. Свишер не летит по Джонжи. Думау, там Лив просто вот да, боют. Слушай, череда хедшотов летят. Думал. Нет. Навелся на лишний шаг, сделал, не полетел. Хедшот с первой, Фазин, последний. Ответственная у него тут миссия, засейвить калаш. А если выиграют, там просто... Весь чат будет в этом войс. Так, Фазин. В попытках засейвить калаш, ведь Джон же, выключая его. Слушай, ну экономику потрепали, в принципе. Придется перезакупаться хаосом, это все неплохо. Но вот удастся ли забрать первый девайс? Ну классно, кстати, смотри, оккупировали эту комнатку. Так, подожди, бью. У него есть армор. У него есть позиционка. По одному, эх, по второму абсолютно не залетает. Один на один свишер остается, но времени очень мало. Бомба не дефуется, он только что слышал выстрел. Все нормально, у Беннити, может возвращаться. Да, все, затанцевал до последнего. Классно прихлопнул просто этим хедшотом вантапчик. На цепи запрыгивает. Ну, какие-то на лаки, да, здесь выстрелы пролетают. Но опять-таки, никакого... Никаких дивидендов это не приносит. Он убийство свишер может сыграть здесь. Да, по лифу есть размен по убийствам. Так, ну и хаос. Базу Б, да, быстро на степе выходят. Фазин крутится за плентом, там горит в молике, 50 хп у него остается. Горит, горит же, 13 хп остается, но все-таки уходит живым. Свишер, там Зепа какой же лепит хэд. Двоих Зепа выключает, РСФ никак не может помочь пока что своей команде, но по Джонжи фраг доходит, там Думау уже в спину, да, где он? Там люркера кого-то что ли нашел? Нет, на лестнице находился. РСФ. Главное не спрыгнуть. Этого здания, Венити холдится в смоку. Там кто-то на мостик стал справа. РСФ. 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 А вот сейчас тайминг можно, кстати, упустить. Там уже спина. Да-да, без спины марки справляется. Вертига они по-моему где-то вычеркнули. Так, а что они, кстати, вообще банили? Хорошая, по идее, от ЕГЭ. Инферно убирали хаос. Пока не очень хорошая вертига от бразильцев мы видим. Но тут... Хедшот же за хедшотом прокладывает тропинку без опасному выигранному 15-му раунду. Фазин отбивается как может, но усилий его не хватает. 15-7, друзья, вот такая вот карта вертика, то есть близкий счет первой половины, и действительно все может. Вливает за плент, немножко здесь пострелял. Ну, три опорника под базой, а есть, подгорает Джонжи. Тем не менее, никуда он абсолютно уходить не собирается. Ну и 3 в 4, по-прежнему выхода на точку так и не оформили еще хаос. Есть время подвис паузу, что еще посмотреть, что происходит на базе Б. Плюс хороший выход мы через мидл видели в таких вот сложных моментах. Но решают по-простенькому, по-быстренькому, эффективно зайти, стрелять всем по голове. Пока получается, Зепа зверюга один фраг дает, и вот тиммейт не поддерживает. А, восьмой. Первый раунд защиты. Походу Фазин вообще не ожидал. Подождите, тут как бы Думао на месте, вот насколько его хватит, там, правда, погибает сразу свишер в размене, свишер двоих находит, там, через маки, Кью также подключается, марки, 1-2. Ситуация, в принципе, играбельная, но вот бомба, где бомба, на руках или где она вообще? Я не вижу бомбу. Бомба, а ты где? Вот он. А вот, нашлась, все нормально. На карте как-то так, марки, 1-2. Ну, в принципе, здесь просто сыграть синхронно, Егейминг и... стояла, боже. Как опасно пытаются играть Егейминг в этой концовке. Но Марк сейчас размышляет, Молик начнет стреляться, два в линию. По-прежнему так и был для него момент, но... Ну, там... Так, и вот сейчас мы видим, экономики нет. И вот как бы куда спешили, что спрашивается. Так, 4 пистолета. Один из них это вообще Глок. Один... Один милишмин показывает. Молик мгновенно на авто прилетает. Кстати, понимая свою силу, сейчас, возможно, хаосы просто пробуют... ну, поиграть как практики официалок. У них мало на вертик. Может, пробуют поиграть мидл, посмотреть, как у них вообще будет идти. И... По
нашел. Галаш, да, но недолго здесь музыка играла. Венти последний. Ну, принимает решение со своим красивым ножом наперевес и дорогущим уйти на точку. Ой, ну надо как красиво убить. Ну, свишер, свишер. На результат. 15-10. Немного? Бывает, да. И что самое неприятное, как бы, можно на этом отдать игру сейчас просто. E-Gaming. Свишер двоих скелет, там особо даже прицелом не водил. Джонжи, есть размен по рукаву, Думао отваливается, РС. Летучий Джонжи. 3 еще можно брать такое. Тут, ну, Венити, да, тут получаться. Ой, ой, опасно. 2-2. Это все, друзья, вот раунд с МАК-10 и с Калашом. Кстати, где МАК-10? А, он зашел, все, он из рукава выходил уже на точку. Ну, тут, правда, что, М-ка где-то или что, что? Где девайс? Где девайс, говорит Лив? А тут Фазин уже. На подходе. Где девайс, господа? Там Венити спинкой стоит. Но об этом не знает Фазин. Подожди, видит. Первого забирает. Ты понимаешь, наверное, второй тоже далеко не ушел. За цемент? Странный момент такой разыграли. Что делал Лив в тот момент, когда его тиммейта... Ну вот он никуда не смотрит. Свишер в рукаве. Тут запождет. Запождет Марки. Кстати, тоже голову подставляет. Но как же забирает Свишера? Именно мексиканец Думао забирает за в размен. Тут 25 секунд на таймере. Надо поторопиться. Немножечко все пользуются этим моментом. Минус Венити. Втроем без гранат остаются хаосы. И там просто... Ну, шикарные прострелы от дистанса. Думао покупает, но остается Марки последним. Над секунд. И тут уже, конечно, приплыли, походу. Тапочки к обрыву, бомба выпала, идет до конца на мужика, но дают ему понять, что, в общем, на этом раунде и закончилось. Гравитация против Джонжи. Олимпиада по прыжкам через деревях. Вот Джонжи просто золотая медаль. Так, Фазин. Парит Юзис. Не-не-не, закрыто. Тут закрыто, абсолютно. 13 для E-Gaming. Ой-ой-ой-ой, как же они сейчас... Обхитрили своих соперников. РСФ пришел выбить бомбу, а бомба между двух уже. Просто попадает выстрела. Марки, Джонжи, Венити ставят по убийству. Вью последний от Зепы также погибает. Это 16-13. Именно Хаос становится первым участником гранд-финала на Дримхаке. Так, да, красавчики, молодцы. Могли, в принципе, 2-0, конечно, здесь, наверное, заканчивать. Но что-то не пошло у них со второй половины оверпасса. Главное, что здесь пошло.